Очень простой и очень быстрый рецепт соленых сырников. Их можно кушать как со сметаной, их можно просто кушать, взять вот кусочек, один сырничек, просто скушать его, просто без ничего. Можно на завтрак кушать его с чаем, тоже без ничего. Очень вкусные получаются. Ходовой продукт. Съедается моментально. Для этого мне понадобится 2 пачки творога, любого творога абсолютно, 2 яйца, соль, трошечки перца, свежесорванный пучочек петрушечки, манка и борошна для обваливания. Ну, я начинаю с творога. Берем творог, 2 пачечки. Так, что там добавляем? Добавляем, разбиваем яички, 2 штучки. Так, столовую ложку соли без верха, можно меньше, кому как нравится, трошечки перца, чуть-чуть, совсем чуть-чуть, манки, 4 столовые ложки манки. Раз, два, три, четыре. И укропчик. И укропчик. Зараз я порежу на шинку. Вот эти длинные хвосты можно поубирать. Они не нужны. Так вот, по чуть-чуть. Так. Так, оставить только зелень. И мелко нарубать. Так. Все это добавляем и ложечкой перемешиваем. Еще раз смотрим творог, 2 пачки, 2 яйца, трошечки перцу черного молотого, укропчик, манки и соль. Манки 4 столовые ложки и соль столовую ложку без верха. Все это перемешиваем хорошенько. Так. Так, ну, в принципе, все готово. Можно дать постоять ему минут 15, чтобы манка трошки разбухла. Я, наверное, подожду 15 минут. Прошло 15 минут, манка уже набухла. Разогреваем паттельню. Наливаем сонечниковую олию. Вот я уже налил. Уже чуть-чуть нагрел. И начинаем лепить наши сырнички. Берем немного. Вот где-то так вот в ложечку. Я кладу сразу в муку. Обваливаю. Вот так вот со всех сторон. И делаю лепешечки. Вот такие вот лепешечки. И кладу жариться. И так. Так все остальные обваливаю и лепешечки делаю. Вот так.
Жарятся они очень быстро, 2-3 минутки. Все зависит от того, как разогрели пательню. Так, потихоньку переворачиваем. Какие уже поджарились, можно переворачивать. Наверное, все уже. Такие румяненькие, красивые получаются. Еще 2-3 минутки. Так, проверяем. Ну, да, уже 2-3 минутки прошло. Можно снимать. Так, красивенькие такие, пухленькие, но они потом усядутся. Такие красющие. И смакота неимоверная. Ну, тоже можно уже. Так. Так, тоже можно. Да, все уже готовы. И так делаем все остальные трошки мужиали. Да, трошки доливаем олейки, совсем-совсем трошки. Вот такая получилась неимоверная красота. Неимоверно смакота. Зараз будем куштовать. Такие вот получились очень аппетитные сырники соленые с укропом. Тут видно укропчик. Я их кушаю просто руками. Так вот можно разорвать. Посмотреть. Вот такие. Ну, сырник как сырник. С укропом солененькие. Давайте попробуем. Укроп, очень хорошо чувствуется укроп, солька. Их нужно кушать тепленькими, даже если в холодильнике поставили, разогреть в микроволновочке и кушать. Очень вкусная. Укропчик, очень чувствуется творог. Просто смакота. Дуже смачно, всем смачного.